Церемония коронации в тронном зале. В музее-заповеднике «Царское село» открылась выставка «Матильда. Костюм» к фильму Алексея Учителя. Посетители Екатерининского дворца, проходя по его залам, могли и не понять, что присутствуют на открытии новой выставки. Так органично вписались в основную экспозицию костюмы, сшитые к фильму «Матильда». У накрытых столов, в антикамере появились официанты. Фрейлины разгуливают по апартаментам золотой анфилады. А в тронном торжественная процессия коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Выставка неспроста открылась в Царском селе. Съемочная группа Алексея Учителя работала здесь 2 сезона. Все наши объекты были задействованы. Это и парк, Миронова галерея, и дворец. Всего для съемок было изготовлено более 7000 оригинальных костюмов. Бальные и визитные платья, парадные мундиры и церковное облачение, форма служащих императорского двора и дамские шляпки. Мы старались повторить силуэт этого времени, он очень характерный. Он сложно воспринимается сейчас, потому что это большие буфы на рукавах, тонкая талия, колокообразная юбка. Это немножко сложно для современного восприятия. Выставка продлится до апреля. Правда, на зимние каникулы процессию коронации демонтируют. В тронном зале будут проходить новогодние и рождественские торжества. Затем экспозиция кинореквизита вернется обратно.